Ведущие историки, филологи и артисты из тюркоязычных стран мира собрались в Улутау на форум, посвященный уникальной истории этого места. Сегодня Улутау, считающийся колыбелью казахской нации, претендует на звание одной из главных достопримечательностей тюркского мира. Участники встречи полагают, нужно развивать инфраструктуру края, чтобы как можно полнее представить многочисленные достопримечательности Улутау. Любое государство ориентируется на какие-то символы. В этом отношении Улутау может служить в качестве сильного такого символа государственности. Любая нация, это ведь как дерево, она чем глубже пускает корни, тем выше это дерево. Так и для нас это очень актуально. У нас должна быть сильная память, память государственности. Хорошо было бы, если построили здесь театр. Огромнейший театр, где можно было не только наши республиканские театры выступали. И если это будет местом международного туризма, и пусть сюда приезжают из-за рубежа со всего мира театры всех стран своими произведениями, постановками и радовали нашу публику.